надо. Да. Ну, спасибо, во-первых, что ты есть. Класс. Так приятно. А второе, что для тебя бренд Липкоск? Свобода. Супер. Костюм или платье? Костюм. Какие мои? Конечно, костюм. Какие вопросы? Вот она свобода, вот она я. Я свободная, уверенная женщина, могу себе позволить забросить ногу, потому что не потому что я пренебрегаю кем-то, а потому что я чувствую себя настолько уверенно в Литковской, что я не считаю это даже вульгарным. Мне очень важна свобода внутренняя. Она дается, конечно, когда ты достиг определенных высот, когда ты независим, ты можешь себе позволить быть собой. Я думаю, что платье, да, или туалет, он только подчеркивает внутренность или внутреннее состояние, но не есть выражение. То есть, если свобода есть у тебя внутри, что бы ты ни надела, эта вещь будет просто проводником этой свободы. Ну, да как ты пришла вот к тому, что или почувствовала в себе вот это желание делиться какими-то открытиями личными с большой публикой? Это очень интересно, потому что я долго, практически всю жизнь стеснялась своего смеха, своих шуток, своих мыслей. Это говорит красивая женщина. Красивая, вот просто до каждого момента. Я очень много стеснялась. Мне почему-то в какой-то период жизни все говорили, или, знаешь, не говорили, я попала не в ту компанию, которая мне вбила в голову утверждение, что, типа, блин, лучше бы ты молчала. И у меня сформировалась такая вот ерунда, что у меня была сложность общаться с людьми. Вот. Но после 32 лет произошла невероятная трансформация. Ну, то есть это работа над собой, безусловно. Я начала говорить, и мне от этого становилось лучше. То есть я поняла, что это определенная миссия. Кто-то может не делиться, а мне нужно делиться. Чем больше я делюсь, тем больше у меня подъем энергетический. Ты больше работаешь над собой, больше веришь в себя. Да. Да, и проходишь какой-то, ну, назовем это комплексом, да? Да. То есть если ты больше его прорабатываешь, то, что чувствовала, навязано чье-то мнение. Мнение, конечно. Да, ты его проработала вот так вот. Я его проработала, и сейчас, когда... Тысячи следят за Виталий Борисович. Сейчас, когда я делюсь, я, знаешь, самое... Клевое подтверждение, это, конечно, когда девчонки благодарят и говорят, что это работает. А я говорю, что я это не вычитала. Это все мой опыт годами, знаешь, накопленный. Но сейчас я об этом легко говорю, потому что я точно знаю. Бывает, знаешь, от чего-то отходишь. Подтверждение тому, что когда ты возвращаешься, ты опять чувствуешь силу, энергию, результат, физическую, ну, то есть видишь физическое тело, изменения. И это, конечно, самое главное. Ну, то есть все, знаешь, как знание не... пропущенные через опыт, это слухи. А когда у тебя все знания... Да, 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 когда у тебя все знания, есть твой опыт, это, конечно, уже действительно знание. Натали, спасибо огромное, что ты делишься своим светлым, теплым миром. Спасибо тебе большое. Твои руки.